Всем привет, с вами Атаку и два человека. Всем привет. Я умер. Жалко себя. Помогите. Помогите. Зачем ты умер? Так, а где у нас там кровать находится? А где он умер? А, ёкарный бабай, ты где умер? Так... Куда-то понёс, я боюсь. О, я убил её. Я убил акулу. Я недоволен таком. Чего ты недоволен? Стрела. А лука у меня не было никогда. Дай мне стрелу, у меня лук. Я положу в сундук. Куда именно? А я, кстати, знаю, за чего у меня еще ППС просил. Из-за этой постройки. А, мы вроде вот этого добились в прошлой серии. Моторы назад давайте, врубайте. Что-то я не пойму, как они работают. Вон там, там ручник есть. Ну вот ручник поверните назад, чтобы по ним бегут. Куда? Куда? А, понял. Он странно поворачивает. А я забыл, для чего прессованный мусор нужен. Все, вперед врубайте, вперед. Атаку. Тут немного занят. Чё ты занят? Чем? Парус. Я это... Пытаюсь разобраться, парус. Что нам надо крафтить. А нам зарядное устройство надо? Или у нас есть? Зарядное? Я сам их могу запускать. Я вспомнил. Разве у нас есть зарядное устройство? Нет у нас? О, так я сам могу все управлять. Но мне больше не нужны. Ты зашел? Птичку? Мне еще достижение какое-то дали. И мне тоже. За птичку? Да, за то, что он птичку убил. Да, это я. Тихо, думай, не мешай. По-моему, нас хавают. Где? Кто? Где, кто, когда? Это ты врезался, 100%. Опа! Пластмасса. Помню, что она очень нужная. Кукучка. Майя. Майя. А, да? А, да. А чё я упал? Ну, у нас это... Шторм? Да, я и или шторм. Какое еще оправдание может быть? Я и есть шторм. А из чего... А чё нам, типа, сколько ехать? Сейчас посмотрю. Из чего ты... А, 2 км. Ну и километра. Не трать заряд. Ладно. Так, окей. Как будто не плывет ничего. Как будто плохо плывет. Я так тоже думал. Да не, плывет вроде. Ну ладно. Я глушилку от микрофона не могу найти. А то потом на видосе басы будут. Вот это басы. Ой, я под этот провалился. Под лодку? Да, я за вами просто... Как вы... А все. Выпусти. Можно, кстати, корабль покрасить. Самое время.
А чё бы нет? Надо пластик собирать в обязательном порядке. Помню, что он капец какой нужен. О, там островок справа. Он либо спал. Вы тоже достижение получили? Нет. А, я за постройки получил достижение. Три бочки у нас было в этом. Я знаю. Я их все собрал. Там какой-то микроостров. Че, в какой цвет красим? Что красим? Цвет скажите. Зеленый. Темно-светло. Светло. Сейчас, короче, все там наверху покажу. Ужас. Да пойдет. А тут поспать нельзя? Давайте кровати сделаем и все просто спать лежим. А как кровати сделать? Блоки. Перья нужны. А, нет, можно гвозди нужны. Ой, мы уже приплыли к острову. Маленький микро. У нас, короче, наверху все теперь зеленое. Я якорь поставил. Якорь не опущен. Все, якорь опущен. Ну чё, нифига интересно. О, титановую руду добыл. Вот что тут интересное было. Не ценитель ты атаку. Да, да. Я всё повыкладываю ещё в сундуки. Слишком много всякого барахла. Нет, меня будут тэпать. Нас, по-моему, акула сейчас жрать начнет что-то. Может быть. Весьма так, вероятно. Ну ладно. Next плывем, да? Меня-то подождите. Не. А чё не это? А, я не могу. Якорь поднялся? Нет. Не поднялся. Почему? Почему якорь не поднимает? Что за? Ну потому что. Ну вот я и хочешь на чем делать. Это нормально, мы близко никуда не смогут. Почему якорь не поднимает? Откуда мне знать? Почему якорь не автоматически? Как его автоматически сделать? Короче, нет. Тут мы ничего нормально не делаем. Я хочу просто тебе накормить хотя бы миллион, чтобы ты на рулетке накатил. Ой, я уже вижу этот остров. Какой? Нет. Он очень высокий. По сюжетке? Угу. Это лес? Стоп, что? Это не тот. А, прямо перед нами есть остров, но он не нужен. Что, будем что-то делать или проплываем мимо? Давай проплываем.
забирал. Окей. На каком-то нить. Ой, я сейчас сдохну. А зачем, кстати, нам столько банка? А? Зачем нам столько пчел? Хозя. Их, по-моему, легко было собрать. Там ну ладно. Какой-то зимний остров. Да. Ой, это остров на леднике. Прикол. Это, видимо, нам дальше по сюжету понадобится этот пост. А что за остров, типа, вот этот рядом с нами кто? Это вот, который добавили в фулл версии. Ну, так ты меня пригласи. Ой, добавь, друзья, все. Или что, или маш на него? Да не, он походу дальше по сюжету будет. Пока что рано. Ну ладно. Так, ну тут у меня, конечно, получше, но я не понял. А, собственно... Тогда окей. Я вспомнил, что я себе где-то. У кого-то есть топливо? Надо добавить просто в это. Там уже наполовину. Не, нету. Только. Надо как-то добавить. А что за топливо? Ну, помню, какое-то топливо было. Биотопливо? Да, наверное, оно. Да уйди! Как его делать, я не помню. Я тоже. Наверное, из биоматериала. Не садись сюда. Довольно-таки логично. А, вон у нас в сундуках 8 штук есть. Я добавил. А, вот что не знаю. Тут 28 штук выловили. Да уйди! Ловишь? Красава. А я не выловлю. Без нам еще километр. Час. Все скинул. Я, кстати, думаю, надо будет ускорить эти моменты. А, я надо. Понял, там где-то... Вероятно, где-то надо всего. Где-то. Что-то давно на сокола не хавал. Хозя. Ну, в принципе, думаю, можно. Если можно заряжать эту батарейку, которая здесь стоит. На компе. Веревки, гвозди. Нет, нам, гвозди. Кстати, наверное, надо повернуть. Нет. Так, нужно... Вроде. Остров правее. Да, ну поверни. Ой. А как за руль сесть? А тут это, тут остров. Совершенно верно. Огроменный остров, тут супер огромный остров, атаку. Как повернуть? Мы в полном объятии этого острова. Андрей. Эр зажать. Не, ничего не происходит. Поверни. А, все понял. Че так сложно-то? Мы на зимний остров приплыли, походу. Че делать будем? Нам сюда, нет? Нет, по-моему. Нет. Слишком маленький, надо отплывать. Его долго оплывать. Нет, нам на этот остров левый поедем. Да, это он?
Ну, подожди. Его показывает? Ну, до него нам 380 метров. Так это он, значит. Че, здесь топаемся тогда? М? Здесь топаемся. Да блин! Нет, ближе. Нам ближе надо. Это ледники атаку. Нам надо ближе, чем к ледникам. Или мы очень долго топать будем. Ну ладно, здесь можно, ладно. Так, сейчас. Стопани там эти. Что? Двигатели. Двигатели стопани. Там слева от руля такая хрень. Да нет, ну ты чё? О, прикольно, я скольжу. Я ничего не делаю, просто скольжу. Ну-ка, стой. Стой. А я вот сюда проскользну. Ну ладно, то покатаемся. Странное дело. Так, и воду надо взять, и еду взять, напиться, наесться. Ну давай. Так. Они будут так друг друга взрываться, как это. Ну что, поехали? Ну, в принципе, может. Вы воду взяли? Да. Ой, тот белый медведь ходит. Персонаж белого, он плохо ходит. Белый. Тут медведи ходят. Нет. Так убей их. А-а-а, конечно. Воды не было. Ну, какая-то арктическая база. Я спокойно могу еще 2 часа выходить. Ой, еще час. Кабели. Какой кабель? Офигу знает. А мы умеем кабеля делать? Опа! Все, приехали кататься. Сейчас кататься. О, снегоход, чё? Где-то показал нам с Генри заброшенные. Кажется, он поколовал с проводами, чтобы их отпереть. Небольшое иглу до сих пор закрыто. Интересно, что там внутри? Где-то познакомил меня с неким Рубином. Он был ранен. Нужно следы медвежьих лап. Так что я помог обработать раны. Точно так же Астрид лечила меня. Где ты, сестренка? Ой, как же они быстро читают. Я только отвык от этого, и они опять начали за свое. За Новожилом съезди. А, Новожил здесь? Когда успел? Где нам эти кабеля взять? Может, мы их сами делать умеем? Я не знаю, тут везде кабеля нужны. Автомат. Опять какие-то загадки. Не понимаю я. Тоже требуется кабель.
Что такое? Да, ща придумаем. А, вот, кабель нашел. Где? Как он выглядит? Или он один? Он в щитке. В щитке? А, я два кабеля подобрал. Понял. И куда их? Сюда привинчивать? Да. В какую сторону? Давай вот в эту. Я бы разблокировал. И чё? Я разблокировал спортзал. Как что я не понял. Хотите спортом позаниматься? Конечно, всегда хотел. А как его привязать? Так, теперь убрать можно. Может, я, конечно, что-то не понимаю. А у тебя нельзя так далеко натягивать. Угу. И куда же его? Катается тут. Реально. Ну зачем я вообще играть? Я не понял, а куда натягивать? А. Хайпу бурс прошел. И чё? Чё? Зашел в спортзал, дальше что? Стоп, я тебя там закрыл, что ли? Да. А, все, я понял, как это работает. А у нас кабель, нам кабель требуется. Может, там для автомата. Чем интересно? Ну чё, мы дальше никак. Это вот отсюда ново же делается, только отсюда. Не-не-не-не-не-не-не. Там по-другому. А стоп, чё это такое? Какая-то пещера? Чё? Ой, нет, классик. Тут всё... Там все радиоактивное все. А как нам от радиации защититься? Так это голосую. Или что это? Никак, умирать от радиации. Ну, сейчас бегаю. Не, не сбегаю. Вот знаешь, как в Чернобыле? Я на уроду забрал. Угу.
Там больно. Я половину хп встал. Может, туда заехать можно? Лёха, что ты пытаешься сделать? Я здесь уже все пытался. Тихо. Где? Давай его собьем. Фак. Что делать? А, я, видимо, один снегоход срал. Mm. Че, как дальше? А, все, нормально. Восстановил. В смысле, где я? А где я должен быть? Сюда ты северное сияние? А, это радиационные хрени. Так, тут уже все забрал. Где я? Ой, Мишка, здорово. Я не хочу играть, что, давай пока. Я Мишку отвожу. Куда ты отводишь? От проводов. Он просто провода охраняет. А? Я еще Мишку съел. А, теперь я понял, откуда провода брать. Иди забери там провода. Ты его сбил? Самое время пописать что-то в чат, да? Чё, ты забрал? А, он за мной гонится. Что, убить мусор? А смысл? Просять в это. Медведь шутает. Медведь забагался. А что, вы взяли провода-то, нет? Он наносит урон. Вы провода-то взяли? Ну, вроде бы. Ну и ладно тогда. Я сбиваю медведя на велосипеде. На тебе. Чего туда? А где-то сейчас снегоход есть? Фига с него стрелу. Или только один? Я с него стрелу. Наверное, есть. О, я нашел. Сейчас снегоход, два снегохода. Я знаю. Ты отсюда приехал. Зачем полярная лампа? Где нам ее взять? А куда полярная лампа? А, паяльная. А я думал полярная. Паяльная. Нет такой. Нам провода пока что искать ночь надо. Нет. Я обязательно выживу. Живи. Чё? Чё на уши? Нужно кое-что. Что? Ну все, я протянул дальше. Ещё надо провода искать. А, я знаю, как на неё попасть. Я пытался, у меня первый раз не получилось. Сейчас попробую. Нет, тут, короче, надо разогнаться на снегоходе. Я попал. Все, я здесь. Ну, тут чисто лут был. Ничего такого. О. Это странно, урона не получаешь с большого. Сибирный смузи. С большого падения урона не получаешь, как-то странновато. Ну да. Можно хоть километр упасть. Он все равно живой будет. Ну, что-то будет такое.
Вы на скалу, да, ушли? Ну, типа. А мы его не найдем. Кинул камень, а он разбился. Камень разбился. Ну, я, чё ты? Ты чё, говно? Я застрял, походу. А, нет, всё-таки получает урон с падения. И как мне отсюда слезть тогда? О, я выбрался. А, нет. Хорошо, что тут лед по кругу. Капец, на льду, наверное, быстро кататься можно. А чё он, кстати, у Северного Сияния? Вы там забирались? Mm-hmm. На Северном Сиянии забирались? Да. Там нужна паяльная лампа. А-а-а. Понятно. Вот я как идиот, один, наверное, только на пешочке выхожу. Обстоятельства? О, я нашел плот. Я возле плота, на снегоходе. Возле плота. А паяльную лампу надо найти или скрафтить нужно? Просто по льду катайся на лошадь, и ты найдешь плот. Ну, я катался и нашел. Тут еще один белый медведь, который охраняет кабель рядом с плотом нашим. Нормально, я даже белого медведя не бью. Как же снегоход заносит. А где база? А, все, понял. Я в нее прилетел. Базы нема. Сейчас я кабелей наподрубаю. О, ё-моё. Сейчас бы не улететь в воду на снегоходе. Записку атаку почитать. Этот мальчуган, это очень сообразительный, нам удалось собрать кое-какие материалы, и он починил мою лодку. Робина уже лучше, но кажется, он не особо хочет со мной разговаривать. Они оба бросают на меня подозрительные взгляды. Генри не нравится, как они на нас смотрят, пожалуй, надо что-то сделать. А что, вы не нашли, как это с пещеры ядовитой попасть? Нет. О. Еще один снегоход. Ой, ёпта. Ты сдох? Нет, медведь. А новыш? Не надо новыш, не нравится. Да блин, я застрял. Сейчас подохну. У меня две целебных мази. Одна желтая, другая серая. Видимо, благодаря ней можно прийти в эту пещеру ядовитую. Да ёпта, да... Грёбаный медведь. Уйди от меня, гадина. Нам нужен один кабель. Или как это медведя ушатал? Одного кабеля не хватает. Они специально сделали, чтобы одного кабеля не хватило. Ну, попробуем сходить в пещерку эту. Целебную магию. Новыш умер. Где его искать? А я походу знаю, где он. О, давай, посмотри. Я просто прямо тут. Это просто занимало.
чем здесь. Ах, чуть не сдох. Короче, походу в этой еврейской пещере ничего кроме этого не было. Кроме этого секрета. А мы не знаем, где надо жить. А я уже достал два, ага. А, да? Ёп! Сбил! Подожди. Успею достать два камня? Ага, да. Четыре камня там, давай взять, нет? Окей, ждай. А, еще меня дает туда? Три, а не вырубил же меня. Чем успел? Ладно, вот это прикольно было, если мы можем вдвоем на этот раз. Я вообще не помню, где мы его оставили. Я помню, в обратную сторону, потому что вот этот сияние. Не могу этого прячь. Не знаю, ты ищешь детки стильного живого, да? Нет. Я не знаю, а, у меня ещё, я медленно хожу. Прикол. Я попробую тебя отыскать. Северное сияние будет тебя где? Позади меня. Значит, ты правильно пойдёшь. Где ты сейчас примерно? Ну, северное сияние от него справа получается. Если смотреть на северное сияние, то слева. Видишь что-нибудь рядом с собой? Ну, я пойду иду чисто. Пойду, ты не там. Я на другую сторону идём. Опять не на другую сторону. Ладно, сейчас пойду чуть-чуть. Ну, я говоришь, пойду, да? Угу. Но я тебя не вижу. А, вот ты. А, чё? Я вот хуй такой, ну этот. Подожди, зачем? Бабки, надо хоть отопить. Там же другой стороне острова, вот. Где? Подойди вообще, не понял. Ну, а, вот. Я тебя выйду, сразу это, вот, вылетел. Да нет. Ах. Ох. Я хотел бы на нашем этом борту. Так сказать. Ох, ёпка, ёпка. Я, может, сам сейчас не дойду. Да уж. Угу. Ах, я тебя кинусь. Ну, ты кинь-бой, как смысл выкинуть? Выкинуть на правом дверя. Угу. Это ремонт. Что это? Очень неплохо. Ты дал честь? Дам. Дай мне. Ну, 17 бананов, хочешь? Давай. Ну, приди ко мне. А то я шагать не могу. А то этот мини в воду уплывет. Ну, уедет. Если я его выкину просто. О, вот. Вот и вот. Ужас. А где ура, ура? А, я хочу умер. Ну, помогите мне. Медведь белый валяется. Ну а как ты хотел? Моя подруга, подруга, подруга. Я никого не знаю, как он поможет мне. Ничего не выкупает. Я иду с воровами. Так она в отдельных ящиках вся еда. А, ладно.
А что заполнить-то? Ну так сделай. Так, ну все, наверное, пока хватит. Да. Так, мы заканчиваем серию. Всем пока. Всем пока. Всем пока.